В Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН состоялась встреча глав МИД России, Турции и Ирана. Главной темой обсуждения министров стала ситуация в сирийском Идлибе, в первую очередь в зоне деэскалации. Стороны договорились ускорить работы по запуску сирийского конституционного комитета. А президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсуждали ситуацию в Сирии и противостояние угрозам со стороны Ирана и России. Оба политика подтвердили намерение тесно координироваться в борьбе с этими и другими глобальными вызовами. Кроме того, Трамп и Мэй обсудили заключение торгового соглашения после выхода Великобритании из ЕС. Лидеры согласились с тем, что Brexit дает прекрасную возможность для того, чтобы заключить масштабное и амбициозное соглашение о свободной торговле.